Святослав Анатольевич, обязательно обратите внимание на доходную часть, это аренда земли. Есть недобросовестные арендатели, которые задолженность уже имеют по 20 миллионов, которые не собираются, я так понимаю, эту арендную плату пополнять доход местного бюджета, то есть существование нашего города, и которые надо как-то этот процесс ускорять. То есть надо проанализировать, надо посмотреть и, соответственно, сделать выводы. Или повесить, то есть, как делает управляющая компания, должников, чтобы бегущая строка бежала на исполкоме, что такой-то должен 20 миллионов. Пускай, может, будет ему стыдно, он как-то быстрее это все дело сделает. И провести, Святослав Анатольевич, провести служебную проверку, почему продлевалась аренда земли, ну и, соответственно, несмотря на задолженность. И, соответственно, задолженность по арендной плате за землю в целом за последние года три, наверное, 300, под 300 миллионов, может даже больше. Эту работу мы ведем, и для того, чтобы вы увидели, как она ведется, я приглашаю любых депутатов, общественников, приходите, и вы посмотрите. Там не только 20, там есть и 40, там есть очень много. Это очень серьезный вопрос, согласен с вами, это жизнь нашего города, это вот то, что нужно кирчанам. Согласен с вами. Вас лично приглашаю сегодня в два. Уважаемые депутаты, позвольте.